Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму помидоры дольками. Рецепт простой и быстрый. Без зелени и стерилизации. Помидоры получаются сладкими и очень вкусными. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем спелые, но твердые помидоры сорта сливка и разрезаем их вдоль пополам, предварительно срезав место крепления плодоножки. Дальше берем пол-литровую стерилизованную банку. На дно кладем 1 горошину душистого перца, 5 горошин черного перца, пол чайной ложки зерен кориандра, столько же семян горчицы, 1 зубчик чеснока, нарезанный пластинками. И закладываем помидоры срезом к стенкам банки. В 1 пол-литровую баночку помещается 6 помидоров среднего размера. По весу это примерно 350 граммов. Закладывать томаты можно и в хаотическом порядке, но тогда их поместится в банку меньше, и закрутка будет выглядеть не так привлекательно. Чтобы наполнить 4 пол-литровые баночки, мне понадобилось 1,5 килограмма помидоров. Теперь заливаем их крутым кипятком. Помидоры должны быть полностью покрыты водой. Прикрываем банки стерилизованными крышками и оставляем на 15 минут. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. По истечении времени сливаем воду с помидоров в кастрюлю. При этом обязательно ее замеряем, поскольку маринад будем делать из расчета на 1 литр. В данном случае получилось 600 мл жидкости. Недостающий объем доливаем кипяченой водой так, чтобы вышел ровно литр. Затем добавляем в маринад 30 граммов каменной соли, это 1 столовая ложка с горкой, 150 граммов сахара, это 6 столовых ложек с горкой. Хорошо перемешиваем. И отправляем кастрюлю на плиту. Когда маринад закипит, добавляем в него 50 мл 9% столового уксуса. Ждем повторного закипания. Выключаем огонь. И сразу заливаем помидоры горячим маринадом. Жидкость должна доходить до самого края банки, даже чуть с горкой, чтобы при накрытии крышкой она немного пролилась. Дальше баночки закатываем, переворачиваем вверх дном. Тепло укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания, примерно на сутки. Такие помидорчики прекрасно хранятся даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.